К этому моменту в учебном заведении готовились целый год. В стенах Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста собрались лучшие дети. На церемонии вручения свидетельства об окончании программ с повышенным уровнем изучения 18 молодых и ярких выпускников образцовых студий изобразительного искусства «Радуга» и «Декор». Триединство педагог, ученик и родитель привело к таким ошеломляющим результатам, что эти дети у нас победители и в городе, и в области, и на международных конкурсах. То есть многие из них уже будут поступать по направлению своей деятельности. Это как бы допрофильная подготовка. Мы очень болеем, переживаем за них. Ну и будем следить за их дальнейшей судьбой. Всех учащихся в центре называют юными звездочками разной величины. Кто-то уже добился большого успеха и был замечен, кто-то только начинает сверкать. Но только все они вместе делают свой коллектив, свой кружок или объединение ярче и лучше. Среди 18 талантливых ребят Анна Пудовкина, девушка на протяжении 3 лет, была предана любимому делу. В каждом моем ученике все-таки есть внутренний стержень. Внутренний талант, внутреннее что-то такое уже готовка к поступлению. А я только направляю. Очень много дали. У меня очень хороший преподаватель, который очень доходчиво объясняет. Я сюда пришла вообще без понятия о том, как надо рисовать. За эти годы я уже, грубо говоря, готова к поступлению. Если выпускники будут усердно готовиться к поступлению, ребята помладше к интересным и полезным июньским будням. Летняя оздоровительная кампания центра предусматривает целый ряд направлений. Это летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Бусли». Это многодневные туристические походы. Это кружки, это воспитательно-оздоровительные мероприятия для детей города. Очень много лагерей с дневным пребыванием к нам приходят сюда для того, чтобы поучиться, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть нашу выставку. В центре приглашают всех желающих познакомиться с экспозицией лучших работ учащихся и уверяют, каждая работа на выставке уникальна. Новые, свежие и самые невероятные детские идеи смогут удивить и вдохновить.